С 9 по 10 октября в столице пройдет континентальный кубок по триатлону среди спортсменов и любителей. В связи с этим в преддверии состязаний состоялась пресс-конференция, где обсуждалось проведение Asia Sprint Triathlon Cup. Отметим, что турнир будет проводиться по международным стандартам при поддержке иностранного технического делегата и международных судей. Хотелось поблагодарить вас, Елена, вас, вашу команду, Фаруха Насырова, Виктора Владимировича, Виктора Зимцева, за то, что вы смогли возродить этот вид спорта. И на сегодняшний день, на самом деле, этот вид спорта является очень популярным. И молодежь, я вижу, как вот дуатлон проводили, и во всех соревнованиях именно молодежь подтягивается. В этом очень большая заслуга вас лично и вашей федерации. В Кубке Азии по триатлону в спринтерской дистанции помимо Узбекистана примут участие Россия, Япония, Казахстан, Чехия и другие страны. Отметим, что название мероприятия не привязано к странам-участницам, а приурочено к месту проведения соревнований. На этих соревнованиях возле японского сада можно будет увидеть состязания триатлонистов по плаванию, бегу и езде на велосипеде. Это хороший старт для будущих азиатских и международных соревнований. Хочу выразить благодарность спортсменам за их усилия, организаторам конференции, Елене, ее коллегам. Это их большой вклад в победы Международной федерации и Федерации Узбекистана по триатлону. На мероприятии обсудили подготовку к соревнованиям, масштаб мероприятия, а также предстоящее обучение по триатлону с привлечением специалистов из Иордании и Латвии.